КФХ «Герифорд», 19 августа 2017 года. Работа по заготовке сенажа. Можно посмотреть загрузки сенажа, прицеп 13-тонный. До 22 рулонов у нас влазит. Рулоны весом где-то до 800 кг. Может, тут и есть перегруз, но небольшой. Вот. Рулоны сенажа укладываются намного лучше, чем сено, так как тяжелее и меньше подвержены перекатыванию и смещению. За счет веса уплотняются. И две телеги 2PTS4. Загружаем их вплоть до 10 рулонов на штуку, но опасно, колеса могут лопнуть. Сейчас просто покос был ровно на две телеги, так что решили загрузиться по полной. Вот. Все.